Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня с вами оказались вновь в лесу. Погода просто стоит чудесная. Самое время выбраться по грибы, проверить. Проверить и не только. То есть и погулять, подышать свежим воздухом, ну а заодно и набраться сил на будущую рабочую неделю. Пойдемте с нами, погуляем и отдохнем. Наконец-то после двухнедельного перерыва мы выбрались в лес. Погода наконец-то устаканилась. Был и снежок, были морозы прям жуткие. Сейчас оттаяло все, сейчас плюсовая температура несколько дней уже держится. Ветрено, конечно, но погода в лесу гулять позволяет. Что сегодня у нас будет, мы не знаем пока. Скорее всего, только сцифа, я думаю. Немножко фламулин, если попадется, то хорошо, потому что гриб зимний уже отходит. Пересменка в лесу, можно так сказать, с зимы на весну. Больше встречается цветов, конечно, уже. Тоже не может не радовать. А вот и наша первая фламулина. Немножко подмерзшая. Да, конечно, она уже староватенькая. Она прям засыхает на корню, потому что погода такая ветреная. Ей уже прям не сезон расти. Но вот такую фламулинку мы можем взять. Что мы с удовольствием и сделаем, конечно же. В лесу встречают нас вот такие цветочки. Весна на душе, весна в лесу. Какое счастье. Она только-только начинает зацветать. Красиво. Ее прям так много. Скоро вообще коврами будет все. Ой, как радуется глаз при виде вот таких вот ярких огоньков в лесу. Красота, правда? Смотрите, какая прелесть. Подмерзшая маленькая вешенка. Отходит уже она. Совсем крошечная во льду стоит. Еще маленькая малышечка. Много срезов. Шишечка ольхи попалась. Смотрите. Какая подмороженная. Маленькая. Очень высоко, я прям до нее не достану. Вот она. В теплом, мягком ковре из мха спряталась и греется малышка. Уже отходит вешенка. Не знаю, если нам еще повезет, конечно, ее найти в марте месяце. А так, на данный момент она уже завершает свой рост. Нам повезло, смотрите, какой... Хороший экземпляр спрятался под стволом внизу и дождался нас. Никому он не показался, никакому грибнику, а мы его нашли. И вот здесь вот под стволом мы его и срежем. Маленькие лезут. Может, еще и есть шанс. Какие, смотрите, кругляшочки. И вот еще парочка маленьких. Как вам эти экземпляры? По-моему, шикарные. И такие как раз можно уже взять. Вот эти, конечно, заберем. Они прям уже достаточно подросли. Видите, какие у них красивые, чистые белые пластины. Вешенка. Замечательная. Вот, кстати, вот аурикулярия извилистая. В разбухшем молодом состоянии. Вот она какая красивая. Молоденький такой грибочек. А вот там вот, видите, маленькая икра фламулины пробирается. Скоро вырастут это грибочки. Недельки через зиму можно проведать. Малыши. Какая прелесть. Сейчас мы сюда переберемся и вам покажу все. Малыши выросли на наших срезах. Свежие, подмерзшие. Никто их пока еще не взял. Вот здесь мы можем наблюдать ризоморфы. Смотрите, сколько их много. Будущая грибница. Дерево поражено настолько, что они уже выходят на поверхность из коры.
И смотрите, как Кристинке повезло обнаружить вот такой вот павший ствол, на котором и молоденькая, и взросленькая фламулина бархатистоножковая. Видите, какая она? Малышок совсем. Подмороженная. Но мы можем наблюдать, что ножка у нее темненькая. Пластинки у нее нечастые. И вся она вот такая вот красивая. Смотрите, дождалась нас наша красавица, подросла немножко. Мы ее прикрывали листочками. И вот она, красоточка. Малыши тут выросли, но немножко подзасохли, погибли. А вот эти экземпляры фламулины мы, конечно же, заберем. Смотрите, какие они сочные. Вот молодые свежие экземпляры, смотрите. Припрятались под палочками. Тоже заберем их. Ну а что? Конец февраля, считай, все. Грибной сезон зимний заканчивается. Но мы пока его еще не закрываем. Мы пока еще берем. А помните, я вам в видео показывала эксидию на этом стволе? Вот что с ней стало в сухую погоду. Вот сейчас сухо. Мороз вытянул всю влагу. Видите, во что она превратилась? Железистая эксидия. Она присохла. Но она вновь разбухнет тогда, когда будет влажно. Этот гриб можно встретить, в принципе, круглогодично. С этой стороны 3 саркосцифы алой. И здесь с этой стороны 3. Вот такой вот ствол. Ну все, весна полным ходом. Смотрите, какая она большая. Она прям крупная-крупная. Вот смотрите, здесь мы можем видеть, тут у нас семена. Кликачки, то есть что мы весной собирали прям много коробочек. Вот тут поворачиваюсь, здесь фламулина на этом стволе. Вот так вот немножко вверх пройду, смотрите, здесь на горке, на пригорочке. Вот здесь пролесочка, здесь пролесочка. А вот здесь, посмотрите, вот такое вот весеннее чудо, примула, уже расцвела. Столько первоцветов в лесу, просто классно. Сразу такое мартовское настроение. Глаз радуется, и на душе так радостно и светло. Проснулась весенняя красавица наша, божья коровка. Такие вот попались тухлячки старенькие. Такие уже оставим здесь, конечно. О, вот еще. Прям просыпается, смотрите. Солнышко пригревает. Морозец давно оттаял уже. Грибочки. Конечно, уже все. Отходит грибок. Печально, но факт. Стало солнышко. Здесь стало очень тепло. Стали виднеться вот такие вот замечательные грибочки, как саркосцифа алая. Прям маленькие такие. И не такие прям присушенные. Но если присмотреться, то их действительно прям много. И поменьше, и побольше. Они словно цветочки прям распускаются. Такие вот хорошенькие. И можно сесть. Так потихонечку передвигаться, передвигаться и собирать их. Вот смотрите, как умело прячутся они. Вот это вот наши настоящие весенние грибочки.
такое вот межсезонье до сморчковых можно наслаждаться сбором и этих грибов. Вот еще грибок. Снимем его. Вот еще. Прям правда много их. Можно прям принципиально пойти в лес и насобирать только их. Чисто поохотиться на саркосцивку. Сегодня она и маленькая нам попадается, и крупненькая. Всякая разная. Вот в таком вот перегное, в палочках, поискать можно. Она хорошо смотрится в салатиках. В баночке мы тоже зимними опятами часто кладем ее. Сегодня такой циркосцифоцветочный поиск у нас. Ну, больше, конечно, прогулка. Потому что и так 2 недели, считаю, что не были в лесу. Поэтому гуляем, режем саркосцивку. Наслаждаемся яркими красками пробуждающегося леса. Бывают, конечно, вот такие вот семейства. Смотрите, сколько тут много. Если разрыть просто, она по всей палочке растет. Обратите внимание, какая прелесть. И маленькие, и большие. И в принципе их же никто не собирает практически. То есть такого добра можно насобирать действительно много очень в лесу. Какая богатая палочка. Смотрите, под ней уже росточков столько. И вот они. Саркосцивки. Прелесть. Прям такими семействами. Мне прям нравится. Вот сейчас они такого средненького размера, а в марте уже будут большие, с ладонь. Уже можно будет набрать много и наесться. Когда грибов нет, но все равно настроение хорошее. Оставляем в лесу вот такие вот мордашки. Пусть кто-то тоже порадуется, посмеется, улыбнется. Классно! Весна! Ура, ребята! Солнышко греет, грибочки растут, все еще впереди. И вот на этой ноте мы сегодня с вами, ребята, прощаемся. Вот такая у нас получилась концефевральская корзиночка. Немного, не густо, но все свежее, все яркое и красивое. То есть грибочки по чуть-чуть наесть, но самый главный улов — это то, что мы сегодня погуляли, отдохнули, подышали осенним свежим воздухом, погрелись на теплом солнышке и просто отдохнули душой. Поэтому сегодня мы с вами уже будем прощаться и собираться ехать домой. Всем пока, до скорых встреч!
Вот так вот гуляем, дышим свежим воздухом, ребята. Едьте в лес, в лесу очень классно. Цветочки, грибочки и тепло, красота. Самый лучший выходной день. Да, Валюш? Вообще тепло, офигенно. Супер.